таких матчах важно сразу обозначать свое преимущество, сразу обозначать свой настрой. И у нас, в принципе, это удалось. Мы сразу владели мячом, сразу начали создавать моменты с самых первых минут. Это очень хорошо и положительно сказалось на ходе встречи. Плюс мы забили достаточно быстрый мяч первые 20 минут и полностью контролировали ход встречи. Плюс сумели отличиться в самом конце первого тайма, ушли на перерыв с достаточно комфортным преимуществом. И важно было не останавливаться во втором тайме, важно было продолжать играть, продолжать то, что мы делали в первом тайме, и у нас это получилось. Также мы забили третий мяч достаточно быстро в самом начале второго тайма, и затем уже играли с серьезным преимуществом, могли забивать больше. Возможно, второй тайм не получился таким динамичным, как хотелось бы, но тем не менее, я думаю, что если брать в целом игру, конечно же, мы полностью сегодня превзошли соперника и заслуженно выиграли. Ребята молодцы, это правильное отношение, правильный такой настрой на заключительный домашний матч сезона.